Доброе утро, добрый день уже, юные художники. Вы на Гамма Раша, у нас субботник, целую субботу рисуем, да. И сегодня у нас субботник посвящен Пушкину, сказке Пушкина. И мы ее взяли, рисуем, и Белочку нарисовали, и старика, и многих других героев, и кота нарисовали. Сейчас мы рисуем Пушкина. Я подумал, почему же Пушкина рисовать? Рисуем вот такими фломастерами. Но я буду практически использовать черный цвет, фломастеры Гамма. Попробуем. Я думаю, Пушкин сам себя рисовал. Почему же мы его не можем нарисовать? Я думаю, многие ребята, может быть, и думали, а какой Пушкин? Давайте его нарисуем. Александр Сергеевич. Вот такой у него лоб был. Я срисовываю с его шаржа, можно сказать. У него длинный нос был. И вот так вот он шел сюда. А потом рот. Вот такой был. Не пытайся за мной повторить прям в точности, потому что здесь особо, может, и не нужна твоя точность, потому что мы рисуем каляку-маляку, но рисуем Пушкина и думаем о нем, потому что вот он писал для детей, я думаю, что не только для детей, может быть, для взрослых. Именно он улыбается немножко, такой вот Пушкин. Вот так у него, вот такой вот он был. И мы рисуем какую-то, вот у него есть бакенбарды, мы рисуем бакенбарды вот так вот. Тут надо нарисовать у него длинные бакенбарды. Мы рисуем вот так вот, фломастером. Фломастером трудно рисовать, он рисовал пером, но мы рисуем фломастером как пером. Такие бакенбарды. И, конечно же, закругленные волосы у него были, кучерявый волос, такой кудрявый парень. Такой вот Пушкин. Ну, я думаю, можно порисовать Пушкина, как я вижу Пушкина. Вот так я вот представляю такой Пушкин. Он весь такой волосатый был. Такой вот кудрявый. У него наверняка, может быть, даже здесь была какая-то рубашка, да? Глаза. Глаза нарисуем. Глаза ему. Глаза умные и бдительные, да? Бдительные. Вот такой Пушкин. Вот так вот. Такой вот у меня Пушкин. Вот такой Пушкин. Был ли он такой на самом деле? Я не знаю. Портреты его сохранились только в рисовании. Портрет фотографический его не сохранился. Но он был довольно красивый. Можно раскрасить. Если у тебя есть желание, то можно раскрасить его как-нибудь. Я, наверное, раскрашивать не буду. Такой Пушкин и останется. Такой маленький шарж Пушкина. Мы повторяем за ним же. Я думаю, может быть, здесь чуть-чуть потемнее. Вот тут. Мы повторяем за ним. И вот такой Пушкин, вот как вот он себя видел, рисовал. А мы его тоже можем нарисовать. Здесь уши у него, но мы их не нарисовали уже. Спрятанные были. Такой вот Пушкин получился. Пушкин писал для нас, для себя тоже, наверное. И если у тебя есть желание, и ты придумал стих, то обязательно поделись им. Может быть, ты юный поэт и тоже можешь что-то написать. Что-то интересное. И про Лукоморье тоже. Это был такой мини-рисунок Пушкина. Я уже такое делал с ребятами. Но мне иногда нравится в день Пушкина рисовать Пушкина.